Всем привет. И начнем проходить игру Skyrim. То, что я это записываю видео второй раз, у меня были проблемы со звуком. Понимаете, момент, пока я так делал, потому что я проверил звук. Сейчас проверим еще раз. Надеюсь, мне придется третий раз сделать. А нет, вроде нормальный звук. Вообще это был ужас. Я помню, что я говорю, но хотя это будет было одну минуту всего лишь, потому что я звук пропал. Я скачал какой-то странный репак. Может, тут есть какие-то DLC, которых я не знаю, так что извините, если вдруг что-то такое. Скачал и все. Больше ничего я не знаю, просто скажу. У меня вот не было звука. Так что это видео мне придется мусорку выкинуть. Как не жаль, да? Куда-то едем. Здесь такое снизимое слишком много времени. Потому что я даже вырежу, потому что 30 минут целых пока. Не буду ехать, всякое такое. Бла-бла-бла-бла. Ладно, я пока помолчу. Просто посмотрим. Эй, ты! Да. Не спишь? Нет. Ты нарушитель границы, так? Что? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфелл. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури империи охотятся! Мы сейчас все братья и сестры по судьбе ворюга. Ну все заткнулись! Ну тут точно ничего что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Виндхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но Савнгард ждет. На казнь, очевидно, верно. Нет, не может быть. Я сплю. То, что если нас везут... Эй, Конокрад. Он в тюрьму же. Из какой деревни? Тебе ну, что? Подумайте. Последние мысли Норда всегда должны... Наверняка же. Я точно не знаю. О, я кого-то вижу. Я из Рорикстеда. Здравия желаю, генерал. Палач уже ждет. Да, точно, назвал! Кончим с этим. Шор, Мар, Дибел, Кинаре, Акатош! Вот, пожалуйста, Акатош. Помогите мне! Смотри-ка, генерал Тули, военный наместник. А с ним, похоже, талмарцы, проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелген. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Вилот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Смешно. Иди скорее в дом, малыш. Почему? Я хочу поглядеть на солдат. А ну домой, живо. Да, папа. Мальчик другая. Почему мы остановились? Стоит. А ты как думаешь? Приехали. Что? Иди. Ты еще. О! Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте. Мы не повстанцы. Прими смерть с достоинством, вор. Скажи им правду. Мы не с тобой. Это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Мочка. Ульфрик Буревестник Ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Моя очередь, да? Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой!
лучники! Его убьют, верно? Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Выгрышим. Эй, ты! Шаг вперед! Учти к стеметке. А кто ты? Кто я? Кэджит. Перец. Но я точно не буду им перец. Эй. Тонец. Бла. Не, я буду просто нордом. Я не хочу быть никаким монстром. Орк это монстр. Ну, здорово похож на людей. Тянец вообще ужас. Я Гитлес, я буду нордом. А имя? Меня может поменять? Ладно, я буду нордом. Норд. Я буду мальчиком, верно? Так, экипаж. Да мне, в принципе, самый первый нравится. Эй! Вот, самый первый, самый прикольный. Вот что этот шрам мне поможет. Когда я сражался на вело. Вот. Вот такие. Лицо, глаза, брови, рот, прическа. Мне это не надо. А мне имя можно поменять? Нет, мне нужно имя поменять. Как это сделать? Раз. Раз я выбрал тело. Как имя мне поменять? Так. Я без имени не хочу быть пенником просто. Нет. Да как так? Как же поменять-то? Так нельзя. Плохо. Думаю, ну что поменять мне-нибудь пленником, потому что не могу ничего поменять, потому что если нажму на R, значит и выбрать имя. Имя не хочу такого выбирать. Понять не могу. Значит, я буду просто пленником. То, что не могу поменять. В принципе, так и оставим. О, имя все-таки не дай выбрать. Я могу русский написать, да? Панч Боб. Неудачное время для возвращения домой, родич. Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. Бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан? Что? Не нет. Очень же. По крайней мере, ты умрешь на родной земле. Я не виноват. Иди за капитаном. Я не виноват, пожалуйста, оставьте меня. Нет. Выбора нет. А, я-то не хожу, я ничего не трогаю. Все, мои руки наверху. Смотрите тоже, Аня. Здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжаем. Да, генерал Тули. Подготовь их в последний путь. Ныне же веряем мы души ваши Этериус. И да прибудет... Во имя Талоса Могучего, заткнись и давай к делу. Ибо вы есть, как скажете. Я что, все утро ждать буду? Я на смотреть не буду. Что, ты правда его убил? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Нет, я не буду на смотреть. Mm-hmm.
без страха и умер без страха. Следующий, Норт Варванье. Я? Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю. Иди к плахе. Твоя очередь. Нет. Точно ты от него. Ах, это жестоко. Хорошо, что я его больше не вижу. Это что еще такое? Дракон! Часовые! Что вы видите? Нет! Нет. Давай, вставай. О, у меня все висит. Давай! Ладно, это до первого пойду. Получи тир на той стороне. Прыгай на крышу и забудь, как только сможешь. Вот, все окей. Так что тут минут 20. Ну, будем что-то выбирать сейчас. Давай уходим. Иди сюда. Давай быстрее. Вот молодец. Ты просто молодец. Еще дышишь, лисенник? Держись рядом со мной, если хочешь жить. Луна, займись мальчиком. Мне нужно найти генерала Тулия. Он организует оборону. Она правит тебя боги, Хан. Тебя тоже, Чел. Ты не меня сказал, боги, и тебе тоже посоветуют, потому что тебя направили боги, и ты не меня. Подержи диск к стене. Воу! Так, тихо. Быстро за мной. Ау. Ты просто расплох какой-то. Что я бился храбро. Берегись! Ну, боги! Ну что, значит, ты со мной? Не отставай. Отлично. Надеюсь, дракон всех вас в сундука заберет. Эй, ты! Быстро вверх! Я тебя уничтожу! Я пойду с тобой. Я освобожу тебя внутри. Что? Я что-то сделал не так? Так, тут... Ага. Я за вас. Увидимся в Савангарде, брат. Похоже, мы единственные, кому удалось спастись. Это был дракон, никаких сомнений. Прямо как в детских сказках и легендах. Драконы — предвестники конца времен. Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Ну вот, можешь взять вещи Гуннера. Они ему больше не понадобятся. Надеюсь, кто-то знает, куда мы идем. А, ой. Ключ. Хорошо. Надевай броню и опробуй топор. Пойду поищу, как нам выбраться отсюда. Как? Тут запер. Подметая.
Еда. Трасса братьев Гули. Захочет что-то хорошее. Железный боевой топор. Сейчас гляну, что с тем входит. Проклятие! С этой стороны не открыть. Ничего брать не буду. Ой, зачем это взял? Посмотрим. Предмета. Одежда. Ладно, потом как-нибудь. Там, наверное. Почему, когда я на Е нажимаю, он все забирает? Ладно, потом продам. Вот. Мне нравится. Посмотрим, не подойдет ли он к той двери. Скорее, бежи, пока дракон не обрушил нам башню на голову. И теперь. Всем пока, мы бежим всех коллективных пока. Всем спасибо, с вами был Спанч Боб. Мы продолжим в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока мы дома, это проговорю Рэйчине. До скорых встреч! Всем удачи!